Что там? Ну, как бы... Подите телегу, поди тебе потом. Ладно. Ладно. О, одобряю. То есть будет два пака? Два пака и яйца. Нормально. Ну ты 1-0 остаешься. Ладно. То есть тебе вообще ничего не давать. Давай. Это не скоро будет. Я бы на самом деле, конечно, что-нибудь бы ставил на поджор, но ладно, если тебе удобнее, так играй. Ну смотри, я ставлю 2 бата, я ставлю ее в стол, у меня 6 монет, я потом что-то добавляю деревья. Угу. И потом деревья на 3, и тут я просто приобрести стоит. Ну да. Ну может я там тебе так добавлю что-нибудь. Посмотрим. Третий рубеж усилим. Какой мусор, 90 хп, 15 голды всего. Опять больше, да? Ну, а может несколько юнитов, а может... Не, сплэш, да. Да. Поди просто. Слушай, поди укрепить тебя все-таки телегой-то, не? Ну, ладно. Тут все зависит, как именно парки станут. Если они хорошо станут, да, по уровню деревяшки, то есть они будут частично принимать урон. А ты поставь их в ряд за дерево. Ну чё, куда? 3? Или тебе голду надо? Ладно, поздняк уже. Да, у меня всегда все минуты остается. Здесь мы пытаем точку, похватать. Кидаем тройку, я тебе ставлю в третий рубеж. И у тебя деревья. Ну, это типа вроде нормально, но под засылом, если там, знаешь, орк. Если, в общем, много будет, каким 4 юнита, то хз. Давай. Не? У меня так нифига не. О. Понимаю. Ну, ушла бьет дерево. Это не изи, да. Это изи лик. Штук 30. Здорово. Еще одна разминочная. Да бывает. Да нет, это небольшой лик. Я думал, лучше. Ну что, кидаем, давай. Ну давай, что, 2 орка могу высрать. Ну, судя по всему, да. Продашь пака. Не знаю, а когда я ставки дальше работал.
Ну, у меня еще хермит скопить, по идее. Они досылать будут, скорее всего. В деревьях надо. Так что... Что-то бахать надо тебе. Два некра яйцо. А, так нет, так столько не будет. Да. Да, давай. Да, я трикль там могу. Нормально, нормально. Продавай, да. Делать нечего, так что продавай. Не-не. Бу-бу-бу. Что поделать? Это нормально. Какое ВД в отводе? Не, там просто Урса и Башер с ментами. Да. Красиво. Ну это хилок, по идее, точно будет. Там 20. Ну, короче, неровная цена все равно. Сейчас встану. Угу. Конечно. Думаешь? Что-то сомневаюсь. Орков-то там убили вроде бы. Четыре? Семь? Не жди до миллиметров. Ну, пара урс копится. Сейчас урсу могу. Давай. Что-то она у нас часто фейлит. Надо телегу было засейвить, просто тебе на два доставить. Хо-хо-хо. Ну да. Да должна быть, да. Чё, поди ты сыграешь по фудостратке? Нет, нет, типа 3 дуба на 5 с отводом. И потом типа апаешь на 6, апаешь на 7, да. Да-да. Да не-не, мне хватило, я уже жду сейчас на двоечку накапает. Партизан бежит с третьего левела, не успел уйти туда. Да-да, тоже вижу. Ладно, сплюша там, походу, все-таки.
Блин, если к смысле он это обидно, потому что мы не можем вернуть. Да забей пока думать вообще о разменах каких-то. Ой, чё я зря продал-то. Рано еще. 7-3. Чё, по телегу тебе всё-таки? Или 7-3? Продали, потому что на 2 ликнули. Не хватило, типа. У меня вопрос, что делать? Не сушить игру максимально, но они пойдут в нафиг. Ну... Ой, блин, у нас выхода не будет. Смотри. Досить просто сейчас сап не дерево. Сейчас они сами кинут 6, мы кинем 7 и нормально. А смысл есть дальше? Ну куда-то надо. Разочек надо скинуть все равно. Ну чё, вот пятерка как по темпу? Там арча? Не арча? Я думаю, нет. Ну вот. Так что, го 7. О, это лик. Лол. Может добавить сейчас телегу? Нет? Не знаю. Нет, это лик, походу. Не, они качают, получается. О. Там говносплэш. Понял? Блин, чё может быть настолько херовым, чтобы сразу апать начать? Ай, горелка, горелка. Я знаю. Кинем вивами или в перемешку кинем. Ладно, 7-3 делаю. Кидаем 7 и может быть, если они еще и 6 пустят, то я еще поставлю двоих. Нам? Ну то, что в нас кинут на 8. М-м-м. Мне кажется, на 8 поздновато кидать больно. Нет, то, что тянем долго за сылом, типа 7 надо кидать. Потом ломбиться просто. Устраивать тебе? Меня вот водит рейдинца. Такой засыл. Из мужиков чисто. Вот что делать с минус пилом, вот это хорошее. Да вообще забей, не парься. Есть хил, нет хила. Ох.
Ну, что-то там, может, это потом некровичей, да, потыкаешь. Там реально передел. Почему не может? Так поди, их не было на пять. Что, на 8? А сами не боимся? А, ну да. Они апнулись. Ок. Встану. Наверное. Что-то не палят, не хотят. Я забыл, на 5 показывали или нет? Скилл. Ну, по идее, волна. Получается. Так, это мне не хватит. Но я ничего не строю тогда. Да не надо, они шапли. Что-то хз, есть ли смысл вообще друиды ставить? Ну как бы надо что-то поставить, но прям что папать к десятке вообще, по-моему, смысла нет, потому что нас мелочью закидают, и там Лина может ничего и не сделает. Вот оно как. Ход конем. Ну, должны успеть апнуть 7-5-то. Да, иди. Идите, давайте там. А, сойдет. Так. Там. В смысле фулить? Это что, фулить собрался? Рофлишь. Так это алым как бы. Зачем это надо? А, слушай, короче, кинг тейт у нас так не тригенится, надо еще покачать регу. Ну я 7-6 сейчас. Нет. А ты хочешь, чтобы была Лина на 10? Просто мне не нравится, они кинут, и она будет в ментов стрелять. Пока дуб не взорвется, она будет
Знаешь, раз фокус там будет. Так, ну, засыл джентльмена. Хотя нет, слушай, нормально. 3 единицы. Не, я по апу. Да кидай, короче, я апать буду. Ну чё, всё тогда, так сказать. Да нет, в смысле, не будем 17 кидать, наверное. Посмотрим. Да 3-то заберем. Может и 4 возьмем. Да вообще в теории можем дефнуть, смотря сколько кинут. Да. О, хорошо, он не застопился. Эй! У меня вопрос, а на хрена вы с фортуной не походите? Так, ну два получается. В смысле, чё? Не понял. С фантомами зачем апытка? Ну, типа задел на мидгейм, чтобы баню накопить, нет? Короче, ну на 10к хп, чтобы потом не думать уже об этом. Так, 8-15. Стан можно не палить, и так все идет. Да, копить будем сейчас. Надо какой-то не дефолтный засыл, а потом на 20-ку пойти, скорее всего. Что-то такое мне видится. Ладно. 7-7 будет. Погоди, я что-то это на вал не посмотрел. Но они еще пойди достроят что-нибудь, не? 400. Ну, прилично они. А, ну вон. Чего там? Там какая-то херь. Алхимос и вампирка. Ауткаст, Вива. Ну, это вообще шлак какой-то даже. Ясно. Это они типа оба по 3-0, видимо, начали, да?
Так, что там? Что-то 7-8 делать? Не, 7-7. Так, 7-9. Кинг 8 на 15. Регена что-то. Давай подумаем. Ну я лину, да, потом руку. Давай ты сейчас, короче, на круг откроешься. Если они кинут, ты просто еще тогда на первый план. А я сейчас не А ты хочешь что с ними делать? Не хочешь дать, допустим, 13 и потом какой-нибудь, ну потом 20, допустим. Хотя 20, 20-ка типа у нас заходит, да? Тогда они на 16 было. Думаешь? Ну, вариант есть 13-17. При этом не ходит бог. Ну, да. Сейчас посмотрим. Ой. Не, не крофт ставь, наверное. Сейчас поставишь дорольничку. Ну, поставь ваш новый некроф. Все просто. Ну давай я сразу ролюсь тогда, двух лин хватит нам. Гидра тайт. Коза. Вампиризм. Давай козу дам. Так, что там? Баран. Арчи. Верт. Это микрозасыл. В смысле? Вот микрозасыл, потом типа фульнуть кинга и 20? Думаю, нет. А, да, давай. Они бойтанутся на ламберы, и нам надо еще раз слать, по идее. Что-то типа. Ну даже не типа, а точно 17. Больше ментов кину. А, там апкинга. Ну, такое. Сейчас они после засыла на 13 ламберов все тогда наделают, получается. Да. Надо мне, наверное, тоже 7-9 какие-то делать. Получается. Сейчас я-то ничего не строю. Заказываю. Мы сможем пару человек дать?
У меня наркотическая идея есть, но тебе не понравится. Построй 6 лучек под вертом и аппаратов сзади. Нет, с дубами нормально. И они затанчат, типа, основной дэмэдж, который у нас будет сзади. Вот некров, лин, вертов, аппаратов. Типа, они затучкуют инком. Да. Да. Блин, так жадно хочется сознать. А мы не мо... А, ладно, погоди. Сейчас будет зависеть от того, что сейчас произойдет. Нет, я думаю, просто не 17, а типа 16. Но мы вообще ничего не скопим. Да. Может тогда 19? Нет, пока еще ничего не пускает. Как они ликнули 12 на пути? Ну нет, 40 это нормально. Так. Сейчас надо подумать так, как думают они. Сейчас типа... Почему 2-то? Могут 18 еще бросить дубов. Но Лину видели, дубов видели, Некра видели. Один хил. Ну, хз. Ну, там прилично будет, в принципе, на 17. Я думаю, захотят реально 20-ку пойти. Сразу, да. Типа, мы же много не бросим, мы будем лапочки нога, и они будут... Ну, вроде не получится, нет? А, получится, слушай. Не. Понимаю. Ну чё, так сижу или 7-10? Так, ну ладно. Так, тиник. Сюда. Не будет. Да к нам бы... Типа и вот гидро, и вот снова. Слушай, ты не хочешь 19 пойти? Почему? Без кинга. Ну давай. Хотя, блин, ладно. В принципе, не знаю. Я просто боюсь, что я вообще в карточке буду, да, не буду. В смысле, ты ро... Ты... Не ро... Не, не ролик. Не надо. Просто смотри, есть то, что мне нужно построить, вложить приличное количество бабла. И типа, я не могу это выкинуть, то есть просто лучше построить, что есть, чем рисковать и ловить там мутантов или что-то хочешь найти. Ну я понял, загибаем.
Нам реально челов добривать нечем, получается. Так не, это тычка. А арчи под вертом так-то неплохо. Ну, штук 6. Ну ничего, на 17 будет. Вопрос, будут 17 слать или нет? Как бы более вероятно, что кинут, да, 17. Ну чё, как тогда сделаем? Я голду оставлю, сейчас не достраиваюсь. Ну, мне надо понять, на чём мне хватит, типа, что сделать. Типа, гидру ещё в основу, там, или лин лапать, хз. Или тиника, допустим, ещё. То есть, если мы ликаем, то нам ГГ. У нас кинга вообще нет. Это, конечно, да. Пачку тут должны забирать. А вот дальше что? А что, дубёхи взорвутся, там под негром, тиники, там подбивают, под не... это эти самые барычи. Я, короче, еще на кряк коплю. Ну вот, собственно, мне на гидру вочную не хватает. Знаешь, можно поставить тайда и вампиризм. Или тиник, который я давай. Могу пака еще. Куда-нибудь сюда. Не надо? Ну ладно. Так я и говорю. Я ж мигнул. Давай. Ха-ха, прочитано, иди сюда, на. Погоди, смотрим деф, просто они же в два хила выживают и кидают дабуху 18. Так что я бы предпочел вообще строить на все и вообще без ламберов лишних. 29, но если весь инк живой, а ладно, деф. Зависит от контроля и стака. Ну, короче, не, я останусь и построю на все. Даблуха мне просто не нравится на 18. Могут нас покарать. Да, в принципе, что? Копим 20 или апаем? Да, короче, копим там, по факту. Разберемся.
Сидим на вале, в общем, 20-ку идем. Ну это одна из типа страток. Кидаешь, дефаешь, ну кидает 17, дефаешь и потом до блуха бахают тебе. И все. Че, поди вторую гидру отвод? Ну давай. Че, так как-нибудь? Нормально, пойдет. Пака продаю там. И тогда ставлю еще в основу. Так-то ВС-20 тут нормально у нас. Короче, они это, да, 20-ку ушли. Что, смысл у тебя присутствовать на гидру? Тебе будет еще что-то вот-вот побахать, только нечего, да? О, у тебя гарпия есть. Сколько у тебя леса? У меня есть авантюрная идея. Есть авантюрная идея кинуть 19. Лоло. Лоло. Та не. Так, я вторую лину апаю. И все, пока. И еще гидра будет тогда. Блин, ну если это сметать, черепах не будет, я говорю, это пары черепах. Так сплэша нет. Сплэша нет, я говорил, арчей надо. А блин, черепаха положили должна. Так она это не сразу лопается. Вот в чем нюанс. Вообще давно, да. Ну ты гарпию хоть одну. А, есть еще. Две гарпии есть. Да-да. И мы не дефнем. Ну, там много. Что-то поставлю я тебе гидру еще вот-вот. Так, чё ожидать тебе? Вампиризм? Ну, нормально, в принципе, чё. Апнуть и не апнуть и будет. Ну, я оставил.
15 лук. Плотненько, плотненько. Фу-фу-фу. Неплохо. Пока не ясно. Без кинга тут ГДшка все равно. Тут надо в ноль вообще забирать. А у нас. А у нас хил есть, да? Да, у меня хил есть. Но атаки нет. И рега не фул. Ну, короче, можем сдохнуть, когда. Смотрим. Атаку кач. Ну, от трех черепах там урона, конечно. Охренеть сколько. Чем так как-то медленно бьет-то, не понимаю. Да долго что-то. Ну да, умираем. Тут вообще плохо. Просто Миша бьет на черепаху поверх, это фу, это я бью, если что. Так, что там у меня? Драконы, доктор.